что ж тебе взять? А, ну всегда у одной тёлки должна быть некрасивая подруга, чтобы смотреться на её. Да, кстати, есть хороший анекдот. Шли две девочки. Одна красивая, а другая в лужу упала. Да! Так вот! Всем привет! Жила-была однажды маленькая монетка. Да, помните это вообще все, вот из первой части, собственно, маньяка-нумизматора. Сегодня мы тоже будем издеваться. Но не над монетами, да, а вот нашелся вот такой жетончик. С одной стороны у него город Москва, с другой стороны джекпот. Володь, ну, с одной стороны это же реальная медаль, а с другой стороны что? Джекпот. А джекпот что? Да. Мы что будем делать? Мы будем делать сегодня из нее медаль. Медаль-талисман. Или как? Медаль, как я говорю, там, или орден. Фортуны. Орден Фортуны мы будем делать из нее сегодня. Не, не так. Это будет отличительный знак Ордена Фортуны. А, мы вот так, состоим в Ордене Фортуны, и у нас должен быть свой отличительный знак. Точно. Вот. Это отличительный знак Ордена Фортуны. Но мы же не создавали еще Ордена Фортуны. А слушай, мы сейчас создадим Орден. А нам третий человек нужен. Чтобы нам создать Орден Фортуны, нам нужен третий человек. Кто будет? Кто будет третьим? Кто с нами? Кто будет третьим? Вот. Короче, у меня такая вот задумка, да, но с ней я обратился вот, собственно, к нашему техническому директору Владимиру. И он будет ее решать сегодня, эту проблему. Володь, скажи, пожалуйста, что и как мы будем использовать, какие запчасти, да, там вот, я гляжу, там уже что-то лежит. Что ты хочешь попробовать? Ну, первым делом мы сделаем эксперимент. То есть вот сама сам же колодку. Займемся колодкой. Колодка будет алюминиевая. Из чего? Это что-то. Это от немецкого. Эхо войны. Эхо. От немецкого противогаза, короче, какая-то запчасть. Алюминиевая. И, соответственно, к ней мы припаяем алюминиевое ухо. Сейчас и, чтобы все металлы использовались и никакой металл не был обижен. К латунной медали мы припаяем медное ухо, соединим его с алюминиевой проушиной, промзвеном из меди. Муаровая лента у нас должна появиться на этой колодке. И в результате получится отличительный знак ордена. Фортуны. Вот. Использоваться будет, как всегда, замечательный гель ТТ флюс. Если не получится какую-нибудь бургу, То есть ты взял пистолет ТТ и растворил его гель, да, в ацетоне до состояния геля. Газовая горелка, запасные глаза, перочинный нож и различные кусачки. В качестве раздражающего элемента Алексей. Маньяк-нумизматор. Ну что, приступим? Сейчас мы добавляем меди. Там есть прорези такие, да, там. На старой доброй меди все равно держаться. Накручено несколько колечек, да? Теперь их надо будет залудить. Ты их хорошо затянул там? Плохо. Плохо, да? Кислота. Не путать с музыкой. Ох, мы вот это дымок. Фу, ты ноты. Партизаны. Вот этот дым тебе очень нравится, да? Сделай дым. Вот, а теперь, чтобы это красиво легло. Вот так. Высокой температуры. Так оно и не видно, что там проволока-то была на самом деле. Там и без этого. Вот мы всех и обманули. Теперь вот это кольцо мы сюда. Красиво.
Все. Угу. Что ты будешь делать сейчас? Ну, теперь надо к кружку припаять ухо. К ордену, собственно, к медали. Да. К жетону. Который будет медалью-талисманом. Там как раз середка, мне кажется, к тебе звездочка, да? Ну здесь-то проблем-то не должно быть, да? Латунин на кмеде нормально там? Не знаю. А кто знает? Ну, видишь как. На 1, 2, 3 вообще просто. Окей. Теперь готовим ушко. Так это все нудно, долго делается, вообще вымеряется там до тысячных долей миллиметра. Любой киборг должен научиться все это вымерять. Хочу напомнить, что после вообще после всех паяний с кислотами, с флюсами, не забываем вот что не отмывать изделие. У тебя есть отсто? Есть. Не менее, тем временем Володя сходил за спиртиком. Ну-ка мне плескание чуток. Жадный. Отмазывается, говорит, типа, это не спирт, это типа... Чё, говоришь, Володь, это? Ацетон. Ацетон. Так, теперь медальку давайте волшебной щёточкой. Металлическая щётка. Что за щётка? Очень Чё это такое вообще? Как называется? Металлическая щётка. Металлическая щётка. Да, она же стала лучше, чем была. Завтра будет лучше, чем... Ну, конечно, да, в меру своей, так сказать, функциональности, она, ну, то есть сам жетон весь побит. Смотрится она великолепно. Да, но в камеру она смотрится ужасно. Все царапинки на ней видны и так далее. Нет, на самом деле она гораздо красивее. Володь, скажи мне, а чем сильна вообще цепь? Или чем слаба вообще цепь? В каждой цепи есть слабое звено. Ну да. Мы сейчас одеваем промежуточное звено, так называемое. То есть, вот как раз слабое звено, да, оно? Угу. Из-за него всегда теряются все медали. Да, кстати, на серебряных медалях типа за отвагу, за боевые заслуги, промежуточное звено было всегда запаяно. Угу. Ну, это пока что, да, получается такая медаль, но без, так сказать, сейчас антуража. Сейчас мы будем... Стилет медали. Сейчас будем изобретать ленту. Так, ну мы ее будем удлинять или ее прям вот так оставим? Ну, все зависит от того, на что мы будем ее крепить, как мы будем крепить ее. Не, ну так очень красиво смотрится, да, вообще шикардосно. Мы закончили. Ну, конечно, работы будут продолжаться. Мы немножко запатинируем. Чуть-чуть приведем заднюю застежечку еще в божеский вид. Но в целом изделие закончено.
Вот так Володя вместе со мной поиздевались сегодня над жетоном джекпот Москва, конец 90-х, начало 2000-х годов. Ну и, по-моему, еще Владивосток. Итак, это теперь... Как ты говоришь, как называется это? Знак отличия ордена. Знак отличия ордена Фортуны. Или в простонародье орден Фортуны. Он пока в единственном экземпляре. И будет вручен кому-то на слете. Всем пока. До новых встреч.